Всем привет, с вами снова Ред, и добро пожаловать на мое новое очередное видео по игрушке под названием Hell to the Rainbow. К сожалению, мы начинаем вторую часть, продолжаем проходить нашу игру под названием Hell to the Rainbow, и, к сожалению, начинаем с того места, которое было. В прошлой серии нас там схватила какая-то рука, и мы должны еще были найти, как бы, этот предохранитель для нашей Нивы, которая у нас сломалась. Вот нас сейчас схватит какая-то рука. Вот звук произошел, сейчас нас хватит рука, и мы с вами обратно окажемся в этой комнате. Давайте я только звук, может, чуть-чуть погромче сделаю. Значит, нас хватит там рука. Все нормально, отделался испугом. Все, мы продолжаем с вами проходить нашу игрушку под названием Hell to the Rainbow. Не забудь предохранитель. Очень классная игра, очень атмосферная игра такая, приключенческая. Вот, кстати, ну, это, наверное, не знаю, так себе, потому что, видите, она просто разбилась. Прикольно сделали, что как бы и бутылки все разбивается. Так, я вижу, у нас тут вот есть кассета какая-то. Возьмем. Еще одна кассета, можно будет послушать в машине. Продукты питания вижу, так, у нас там ничего нету здесь, ладно, туда заглядывать не будем. А дальше у нас, видите, у нас есть предохранитель, который мы его только что трогали, смотрели. Какой-то звук там был сзади, страшный, довольно страшный звук. А, скажу так, довольно атмосферная игра, прям такая, она жуткая, такая, получается, что она прям реально жуткая, такая жутковатая игра. А, дальше, мы тут... планшет, мы его в прошлой серии с вами прочитали, поэтому пока сейчас читать не будем. А, мы не дочитали, подождите. Эта неделя, 18.02.2027, эта неделя полна неожиданностей. Случайно вышел на связь с юношей по имени Игнат. Приятное в общении, парнишка кажется сообразительным не по годам. Хорошо разбирается в электронике, с детства копается в всяких устройствах, компьютерах, датчиках и так далее. Молодежь как-то легче осваивает эти сферы, предложила ему бартер. Буду подкидывать и... сейчас... подкидывает ценные находки и материалы в обмен на полезные устройства. Для моих исследований это сейчас будет очень кстати. 3.03.2027 мой новый товарищ, большой молодец, действительно знает свое дело. Опробовал вчера новый электромагнитный детектор, радиус действия невелик, но точность высокая. В центре этого комплекса детектор показывает крайне странную и мощную активность. Многие двери закрыты, поэтому пока что найти источник не удалось. А, так, выйти, положим планшет. А у нас еще батарея для конденсатора, но я думаю, это все, в принципе, нам пригодится в будущем. Надеюсь, я вот как еще раз повторюсь в прошлой серии, нам не пригодится то, что вот, ой, такого не произойдет, вот то, что у нас похоже на пазл для какого-то прямоугольного предмета. Говорю, вот, надеюсь, такого не произойдет, как вот сейчас произошло в мире в 27 году, вообще никогда не произойдет. Вот я надеюсь на это. Так, мы тут вроде все посмотрели. У нас какой-то шарик валяется, но я вот не понял, что мы должны туда вот ставить. А, ну мы вроде все посмотрели в этой комнате, если я не ошибаюсь. Какая-то коробка странная или это просто... ну ладно. А, мы что-то все посмотрели в этом ролике, но это что-то упало на столе. Тут и так, в принципе, жутко, так еще и что-то падает. А, так, мы все посмотрели, погнали, значит, дальше. Смотреть, что у нас тут, в принципе... Мне кажется, или этой двери раньше не было? Какой двери? Это двери, но... вообще она, по-моему, была? Я сейчас не помню, в прошлой серии она, по-моему, была. Мы все равно ничего сделать с ней не можем. Много пролагало. Вот эти, конечно, штуки меня пугают, эти вот, которые идут наверх. А ладно, давайте пос... мода мне показалось, там что-то было. А, что мы должны дальше сделать? Зажигалки, спичек нет. Значит, мы могли развести здесь вот костер, огонь, но у нас нет ни зажигалок, ни спичек. Ладно, вернемся к этому потом, наверное, как понимаю. А, должны возвращаться, наверное, обратно к машине, раз уж мы нашли предохранитель. Опять что-то происходит, стоп.
Какой-то робот. Подожди, что? Стоп, иди на паузу. Какой-то робот должен сражаться. Тихо. Это было довольно неожиданно, потому что на нас напал робот. Это было неожиданно, честно скажу, это было прям очень неожиданно. Что у нас тут, в принципе, с роботом, мы ничего с него взять не можем. Ну ладно, погнали, наверное, обратно. Надеюсь, на нас никакой больше робот не нападет. Выход перекрыт. Нужно искать другой. Зашибись вообще просто. В соседнем зале был люк в полу. Может, удастся его открыть. Ну погнали, ладно, попытаемся открыть. Мне кажется, нас опять кто-то нападет сейчас на нас, но не хотелось бы, конечно. Как его открыть? Мы не можем его никак открыть, потому что как мы его должны открыть? Давайте, во-первых, посмотрим инвентарь. Мы как не можем никак посмотреть, по-моему, да? Тап. Давайте посмотрим снаряжение. А, пока без этого. А как мы должны открыть люк? Это этот люк имелся в виду? Какой люк? Подождите, не понимаю. Наверное, это, потому что... Да, наверное, этот люк, я сейчас хотел, он не открывается. Как его открыть? Ладно, давайте пойдем посмотрим, может, в каком-то другом зале был люк. Нет, тут нет никакого люка, давайте, ладно, посмотрим. Этот люк я не могу открыть. Он у нас дрон наш, давайте его заберем. Но я не могу открыть люк, я хз. Ладно, давайте... А куда? Вот я хз, ну куда можно было... Эти двери не открываются, люк даже не открывается. Мы же не должны тут что-то открыть, нет? Ладно, я вообще посмотрел, как бы чувак какой-то прошел к этой обратно в комнату сюда вернулся. Тут какой-то сейф стоял. Я сейчас не видел, это на сейф, да? Да, можем его открыть. Вращать. Давайте, ладно, повращаем. А, возможно, подождите, я еще раз посмотрел. 1991. Тоже ничего не работает. Ладно, окей, давайте сейчас попробуем, может, еще раз. 1991. Непонятно для меня игра, конечно. Я не понимаю, почему не работает. Может, это у меня опять что-то сломалось? Возможно. Ну, открывайся. Отлично. А, оказывается, короче, я нажимал на Е, а когда нажимал на мышке, то все сработало с первого раза. Металлический брусок, наверное, то, что мы должны ставить сюда. Нет. Да, правильно, я догадался. Сейчас я не смотрел, поэтому мне надо написать в комментариях. А, какая-то комната. Что-то напоминает, сказал наш знакомый. Комый, ой, тот, который с нами разговаривал все это время. Давайте осмотрим, что у нас тут вообще, в принципе, есть. Есть какое-то тут что-то лежат. Батарея для конденсатора, наверное, какая-то нам пригодится еще. Погнали, значит, еще посмотрим, что у нас тут кассеты какие-то лежат. Ладно, вернемся к этому. Фотография. Это у нас тут эти штуки, нет? Похоже на эти штуки. Дальше у нас тут еще... Огоньки, ну прикольно. Новый папка для бумаг. Вскрыл вчера архивный зал, многие находки оказались в сохранности. Уцелели даже некоторые документы. Но главное, набралась целая коробка кинопленок. Похоже на старые хроники.
Я просто уверен, что это место связано с радугой и разгадкой того, как все зарождалось, стоится именно здесь. Наконец, нашел ключ от соседнего помещения. Местная система замков крайне необычна. Для запора использовались металлические магнитные бруски, красивые изделия, будто неземные, однако крайне неудобные и тяжелые. Установил кинопроектор, буду изучать найденные материалы. Ладно, слишком много текста, все равно никто не будет это читать. Ну, будет читать, мы читаем. Я забыл, как его зовут. Мы читаем. Давайте включим атмосферную лампочку такую. Ой, лампу эту. Зажигалку. Это нам нужно было, но пока. Пока без нее обойдемся. Давайте ставим какую-то пленку, например, да? Ну и что это было? Какой-то фильм прочитать, смотреть будем. У нас написано какой-то заряд. 69-68-100. Это из нашей привычной действительности. Электромагнитный прибор, а также биологический организм, испытуемый. В кровь испытуемого введена специальная сыворотка, влияющая на выработку гормонов, а также способствующая крепкому и глубокому сну. Данные условия позволяют добиться максимально возможных результатов эксперимента на текущий момент. Какие-то опыты, короче, проводились, как видите, понимаете, что-то должно было быть спустя несколько шаг, минут, типа современности, но как бы это все привело к чему-то телефон. После этого мы начинаем замечать артефакты на работающем приборе, в данном случае телевизоре. Данные артефакты являются прямым результатом воздействия импульсов человеческого мозга. Нервная активность объекта преобразуется в энергию, которая сливается с полем электроприбора. Честно, вообще, я от физики, в принципе, далек. У меня по физике не особо высокая оценка, поэтому... Да, я не особо в этом всем разбираюсь. Если вы разбираетесь, то просто напишите в комментариях, я буду рад почитать. Все, мы с вами посмотрели, а что мы теперь должны делать дальше? Не, ну мы типа с вами просто все посмотрели, практически все посмотрели. В этой комнате, ну, мы в этой комнате все посмотрели. А, погнали, ладно, у нас есть зажигалка, попробуем зажечь. Сейчас ставим эту штуку. Надеюсь, нас никто не выскочит. Так, тут была штука, которую мы могли зажечь. О, ну так поприятнее теперь стало в этой игре. Можем потушить, а можем зажечь. Отлично. Ну, я хз, зачем мы это сделали, но пусть горит. Может, сейчас все это здание просто сгорит, хотя такое, я думаю, невозможно. Ладно, давайте на этом будем, может, заканчивать, потому что у нас какая-то такая... довольно интересная игра сегодня получилась. Мы как бы немного потупили опять снова. Но, как бы, немного уже дальше прошли. Прогресс у нас, к сожалению, пишется. Для демо-версии мы уже с вами как бы нормально довольно прошли. Давайте, может, еще, ладно, посмотрим, почему не открывается люк. Он, по-моему, не откроется. Люка за почему? Наверное, я понял. Давайте я сейчас заберем все-таки. Должен забрать сейчас то, что мы ставили, вот эту штуку железную. Сейчас вот эту вот штуку. Все, дверь будет открыться здесь. Погнали, значит, сейчас ее туда вставим и посмотрим, откроется у нас, наверное, следующая комната. Сейчас я тут буду. Все, люк открылся вниз, который ведет у нас какое-то очень странное место. Фу, довольно риск, конечно, было. Камера еще так себе, конечно. Атмосферная, я так скажу, игра, как я уже говорил, атмосферная довольно. Давайте тут посмотрим, мы должны как-то отсюда, наверное, выбраться, да, я правильно понимаю? Короче, довольно атмосферная игрушка, довольно такая, ну реально, по атмосферности. По атмосферности, извиняюсь, как-то резкие звуки меня, конечно, пугают. По атмосферности, наверное, 10 из 10 точно. Игра реально очень атмосферная.
кто-то разговаривает, я все. Мне очень жаль, что все это вернулось. Тебе пришлось через немного пройти. Что? Какой голос? Да, мы какой-то голос слышим, наш Игнат слышит какой-то голос. Вообще, наверное, должны использовать медицинские инъекторы, если я правильно понимаю. Как его использовать сейчас? Давайте посмотрим. А, на двойку, наверное, да? Вот. Используется. Ладно, короче, давайте в следующей серии мы с вами продолжим играть в эту игру. Осторожно. Всегда удивляло в компьютерных играх, как легко персонажи передвигаются по руинам постапокалипсиса. Ну, кстати, да, тут довольно сделано правильно, что как вы видите с вами. Можно легко травму получить. Все, мы выбрались себя на улицу, так тут уже поспокойнее, честно скажу. На самом деле. Ну, наверное, так газненькая была. Здесь у нас сейчас как-то. Я думал, он падает. Ладно, давайте погнали, короче. К нашей Ниве сейчас по-быстрому предохранитель сделаем с вами. Ну, это, знаете, я не хотел бы, чтобы такое будущее было, в принципе. Это было бы, конечно, очень жутко и вообще, в принципе, страшно. Все, мы сейчас поставим с вами предохранитель и давайте заканчивать на этом серию. Все, предохранитель поставили, теперь можно завести какую-нибудь тачку. Молодец, теперь можно двигаться дальше. А, на кнопку, ладно, окей. Ладно, на этом будем серию заканчивать. Такая довольно интересная, очень даже игрушка. Сейчас скажу, мне такие игры по кайфу. Они прям атмосферные и довольно даже жуткие. Да. Такие игры мы, я люблю, вы, я думаю, тоже любите посмотреть на моем канале, снег будете рады. Снег тут плотный, скользко. На пониженной передаче проехать будет легче. Рад, что мы покидаем это место. Я тоже очень рад, что мы покидаем это место. Ладно, все, на этом будем заканчивать. Чего греет какой-то гнетущий энергетик. Да, очень гнетущий энергетик, согласен с чуваком. Будто глубоко в недрах сокрыто что-то, чего лучше не знать. Все, поставили, только получается фару врубим. И давайте, как бы, я выйду сейчас из тачки. Все, на этом мы заканчиваем. Такая игрушка, как бы, довольно интересная у нас получилась. Довольно очень такая атмосферная. Довольно такая, как бы, страшная игрушка. На этом будем заканчивать. Всем спасибо огромнейшее за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. По QR-коду, который прямо сейчас на экране у вас. Подпишитесь, там очень-очень много интересного. На этом все. Всем спасибо огромное за просмотр. И всем пока-пока. Обязательно еще вернемся в эту игрушку. Очень интересная игрушка. И до конца очень хотелось бы ее, конечно же, пройти. Всем пока-пока.